там было, да? Мы зашли в кафешку пообедать. Такой дракошка тут. И Саша сейчас будет жарить мясо. Столько много? Я говорю, зачем столько много? Он говорит, чтобы наесться. Говядину. Что там, собираешься? Не знаю. А вот это что? Вот это. Саша решил поготовить еду. Ты чё? Алиса голодная сидит. Идёт рис. В общем, вот такое место. Сейчас пожарим и будем кушать. Что-то суп такой, да, залетает. Повар Александр готовит обед. Это рис. Алиса сейчас будет кушать. Вкусно? Оно хоть пожарилось все? Пожарилось? Говядина. Мраморная. Мраморная говядина. Я вообще не понимаю, мраморная, не мраморная. Говядина? Да говядина. Ой, это что такое? Чесночок какой-то с луком или что это? Выглядит прикольно. Такое кафе. Ням-ням. Такие листики. Саша в России делал такие, покупал. Мы жарили мясо. И заворачивали все подряд туда. Очень вкусно было. Саша сделал себе суп. Я не набрал. Здесь получается сковородка, а по краям бульон. Он туда накидал все. И вот этой ложечкой, которая ест, набирал. Набрал маленькую фиалочку. А ты мне сделаешь потом листик еще?
наш последний вечер в нашем отпуске. Мы пришли на набережную подышать морским воздухом. Уже закат, такое красивое солнце. Классно. Что, купаться? Лиска тянет меня в море. Тапочки мокрые, да? Алисонька, заяк, сейчас намочишь? Так красиво вообще. Классно? Смотри. О, уплыл. Спортсмены бегут. Да, Алиска? Или дядька побежал? Такая вечерняя набережная. Да, Алис? Классно. Ребенок радуется. Алиска, наверное, больше всех. Не хотела бы уезжать, если бы понимала бы этого. Наша любительница воды. Дядька делает презентации на скутере. Прикольно. Алиса, смотри, как катается. Классно? Смотри. Задом. И передом, и задом на закате. Алиска, стой! Подошел к концу наш отдых. Мы идем сдавать наш номер, будем ждать такси и поедем в аэропорт. И немножко грустненько как-то. Поедем в Корею. Одно радует, что сейчас там уже потеплело, что не так холодно, как было, когда мы уезжали. Ну, конечно, там было теплее, чем в нашем родном городе Хабаровске, но все равно. Сейчас должно быть еще теплее. Вот. Все равно грустненько. Я не успела сходить. Сейчас папа придет. Не успела сходить на массаж. Представляете, побывать в Таиланде и не сходить на массаж, где он на каждом углу. Это все потому, что мы вот с маленькой крошкой и... Она постоянно кричит «Мама! Мама!», когда меня нет. И поэтому... Да, Алиса? И поэтому я не смогла ее оставить. Наше развлечение. Пока ждем
такси. Что, такси к нам приедет? Катаемся. Тяп-тяп. Побежали. Побежали. Алискино любимое кресло. Один раз они меня ждали с Сашей. И они сидели здесь. И с тех пор она до этого сюда не бегала. С тех пор она начала бегать сюда, в эту зону, и садиться именно на это кресло. Вот так вот. Топ-топ. Ее любимое кресло. Вообще прикольный, конечно, отель. Жалко уезжать. Алискин уже извелась. Да? Такси ждет. Ну все? Наша машина ждет. Наш сказочный отель. Вау! Thank you! Все, поехали. Ой. Всем пока. Тори. Все, ты поехала. Алиса на самолетик. Тори.